Так, вывезли помидоры на грядку. Хотела еще подлить перед посадкой удобрением суперфосфатом, но в банке разлился раствор, значит, буду удобрять потом. Смотрите, как делаю. Какой хороший вот этот вот, вот эта сажалка конусообразная. Размещаю тоже в шахматном порядке, чтобы солнце попадало на всех. Смотрите, поставила. Хоп. И все. Ну, здесь надо побольше усилий приложить, чтобы землю вытолкнуть. Ну и все. И заливаю туда воду. Потом буду садить. Единственная вот помеха — это дым, который вот мне сосед пускает. Какой-то корень жжет. И объясняла, просила, не знаю, что это, старость, болезнь, отсутствие мозгов, бессовестность, когда на дым идет на меня. Говорю, я завтра с 3 часов буду на работе, придите, пожгите. Нет. Наверное, ему жена приказала, и больше у него отсутствует. Видели? Вот этот дым идет мне прямо на мою грядку. Вообще больные люди. Господи, прости, не дай Бог. Дожить. Я объясняла, говорю, есть же какие-то правила проживания в обществе. Не навреди другому. Нет. Ну, в принципе, одну грядку почти одолела. На этой грядке высажены высокорослые помидоры батяня. Батяня — это красная сливка, семена Алтая. Здесь она у меня немного согнулась, я ее привязала на палку. И вот это коричневые и шоколадные. И еще у меня 2 луночки свободных, может быть, дома еще есть. Там не очень разобралась. Сейчас попробую укрыть. Ветер северный, холодно. Дед этот хотела залить, он пошел, хотела залить. Потом думаю, сейчас же придет обратно. Ему же, вот, понимаете, туда-сюда, туда-сюда. У них там есть еще один участок. Потом подумала, что если я сейчас залью, он же все равно будет сжечь его когда-нибудь. Уже пусть догорит, потому что, ну, такие люди. Такие люди еще потом вредить будут. Вот не повезло мне с соседями. Как ни крути. Ну, со всеми повезло, с одним не повезло. С одними. Ужас. Продолжаю высаживать помидоры. В общем, готовить буду также грядку. Нужно распустить мне клеенку. Я придумала. Я, короче, ее защипнула в дверь. Край один. Ой. Сейчас ножницами быстренько распущу. Опа. Отец бы сказал, мозги траварит. Ну, что-то не очень. Качественно режу это, делаю. Только себя похвалила, все, сбилась. Когда я там где-то зимой планирую свои огороды, грядки как буду, мне кажется, что это все так легко. Как только подходит этот момент, у меня начинается какое-то чувство неуверенности. Все, наверное, как это сделать? Не успею, не получится. Потом начинаю. Ну, конечно, как у всякого человека, а может, не у всякого, может, кто-то вообще не совершает ошибок, так тщательно все продумывают. Вот я и Матвею своему рассказываю, что... Ну да, можно, конечно, и бросить. Как бы вроде разочаровался. Ну, как бы передохнул, продумал еще разочек.
и доделал. Это у меня с вязанием так не получается. Шапку я так и не связала. Ну, сколько еще зим впереди, правда? Тем более у нас зима будет длинная, как всегда. Так что можно. Нитки есть. О, все. Так, теперь эта вот грядка уже сделана. Вот рядом я вскопала, а теперь пойду перегной туда наношу. И ну и как, все как обычно. Уже 100 раз показывала. Вот эти вот личинки у меня там живут в компостной куче. Я надеюсь, что это все-таки... Ой! Не этот майский жук. Потому что это вот та личинка, которая, вот видите, вот это она делает компост такой у нее. Так. Выделительная ее система производит компост полезный. Я обратно кладу. Сделаю немножко пошире эту луночку. Еще выбрала немного земли. Достаю. Саженец. Да как правильно. Хочу напомнить, что помидоры я не пикировала. Высаживала сразу эти стаканчики, чтобы корневая система не повреждалась. Может, поэтому они такие огромные выросли, не знаю. Мне не так страшно, когда я стала их собирать, чтобы вывозить, я вообще не поняла, что мне делать. Оказалось, что они... Смотрите, я не понимаю, как это можно будет довести на огород. И это не все, это не все. Вот еще и там... Они огромных размеров, они падают. Сейчас конкретно я высаживаю... сорт Фиделио. Адаптированный уже под наш Фиделио.
сажу на сухую. Потом полью. Конечно, уже холодно. Ну, я думаю, на балконе им было не теплее. Пока отопление было в квартире, конечно, открывала окно балкона. Конечно, им там было тепло. Так, ну что, очень холодно, сегодня какой-то ветровки, показывает 11 градусов, смотрю, вовсю цветет черемуха там у меня за будкой, и собирается расцветать яблоня. Такая вот она. Мне кажется, что в прошлом году у меня есть фотка, я там в шляпе, возле этой яблони, жарища. Ну, думаю, что я свои помидоры надежно укрыла. Две грядки. Медленно, но уверенно двигаемся. Двигаемся к июню. В июне, мне кажется, я уже отдых будет. Будку буду там порядок наводить. Но надеюсь, что может, завтра на работу с трех. А послезавтра надо посадить еще две грядки помидор. Здесь может поместиться грядка дынь, возможно. Грядка одна помидор, вторая. Там еще место для капусты останется. Эти перцы на том огороде посажу. Как-то так.
В общем, мне распределено. А здесь, где я посадила, вот здесь росли в прошлом году перцы, а там огурцы. В общем, все правильно. Все по фэншую. Осталось только линолеум постелить. Останется цветы посадить. Линолеум, я имею в виду, и в будке, и как бы на дорожках. Вообще надо забрать мне эту... Ой, как ее... Лейку. Еще завтра надо полить цветы возле дома. А вообще я хочу домой, хочу есть, хочу вообще-то согреться, хочу, там у меня стоит уже, ждет меня 100 лет, надо рыбу пожарить, я ее почистила, никак не пожарю. Вова рыбу не любит особо заниматься с ней, поэтому он ее не жарит. Сейчас приду, Вова кофейку мне сделает, латте. Долго он меня как бы убеждал, что нужна нам кофеварка. Да я говорю, что ты меня убеждаешь? Ты купи, вот если тебе надо, купи эту кофеварку, а я буду пить так, как мне нравится. А он, нет, ты понимаешь, это вкуснее. Ну ладно, понимаю, понимаешь. Тара-та-та-та-ра-там. Все, еще в кармане у меня кусочки мяса. Вдруг на меня будут нападать собаки. Надеюсь, обойдется. Все, всем пока, до новых встреч.